Снова саботаж, и у вас все лагает так, что вы играть даже не можете. Но у меня есть две новости, хорошая и плохая. Начнем с хорошей. Вы можете бороться с этой проблемой и тем самым повышать качество вашей игры. Но плохая новость заключается в том, что вам все равно придется иметь хорошее устройство для того, чтобы полностью забыть об этих лагах и с ними не бороться. Но вы же борцы, не так ли? Хорошо. Начался саботаж. Вы сталкиваетесь с каждым ящиком, врезаетесь в каждую стену и того гляди вылетите из игры. Но ничего страшного. Открываем карту, неважно у кого, у экипажа или у импостера, главное, чтобы это была открытая карта. И так идем до вашего места назначения или пока не найдем какое-нибудь мяско. Готово. Ваша проблема решена.